В далекие-далекие времена жила-была Красная Шапочка. Она часто проходила по лесу, чтобы принести пирожки своей бабушке. Но на нее все время нападал страшный большой серый волк вот с такими зубами. Мама догадалась купить Красной Шапочке ножи дятел 3. И с тех пор в лесу не осталось ни одного волка. Красная Шапочка всех волков извела под корень, блин. Но есть еще ножи дятел 2. И волки пошли в другие леса. И взяли эти ножи и стали охотиться на зайчиков. Но не всегда попадали. Иногда попадали. Иногда попадали сильно. И тоже были сытыми. Вот такая сказка, блин. Заказывайте ножи дятел 2. Заказывайте ножи дятел 3. Пишите в личку, оставляйте комментарии по поводу замечательного хайпового ролика моего канала Миллион Абдулла. Всем желаю всего самого наилучшего. Подписывайтесь, жмите лайки и ставьте. Лайки — это вот такие вот вещи. И ставьте сюда. Нет, подожди, это ролик новый здесь будет. Да, ставьте. Куда ставьте? Блин, опять запутался. Пока-пока.